Друзья, всем привет! Продолжаем наши дачные истории. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы сделали у себя на дачке высокие грядки. Итак, с чего начнем? У нас достаточно большой участок, 23 сотки, 15 из которых занимает вот такой вот как бы огород. Когда-то здесь было все засеяно, но теперь здесь одна зеленка. И мы решили сделать здесь 4 грядочки для зелени и всяких мелких овощей. Итак, что нам для этого потребуется? Грядки мы будем делать из доски 100 на 25 на 4 метра. Они будут 4-метровой длины и 95 сантиметров в ширину. По сути, это 4 коробочки в 3 доски в 30 сантиметров в высоту, в которые мы будем насыпать землю и красиво красить. Что касается земли, я купил 10 тонн плодородного грунта. Это не чернозем, подчеркиваю, это именно плодородный грунт. И вот вся эта куча, которую вы видите, это было 10 тонн. Большую часть использовали на 4 грядки и еще даже осталось. В дальнейшем на этот плодородный грунт мы будем сверху насыпать вот такой вот универсальный торфяной субстрат. В нем все питательные вещества. Такие вещи продаются в любом гипере. Одна пачка это 100 литров. На грядку надо 2 пачки. Итак, начинаем делать сами коробочки. Для этого мы напиливаем себе детали, боковые метровые, которые будут у нас по 30 сантиметров скреплять доски, напиливаем тоже части обрезки, и сами 4-метровые досточки. Для работы здесь нам потребуется шуруповерт, саморезы, уголок, конечно же маска защититься, когда будем пилить. И инструмент, которым мы будем все это дело пилить. В данном случае я пилю своей новой циркуляркой, хотя и бензопила подойдет. Собираем боковые и торцевые стеночки. С шагом примерно в метр я все это дело прокручиваю на 6 саморезов. Получается ровненько, плотненько, красивенько. И в дальнейшем собираем ящики целиком. На сами ящики мы сверху обязательно еще в горизонтальном положении набиваем доски. Во-первых, это удобно, потом туда можно будет положить какой-то инструмент или поставить чашечку кофе. А во-вторых, они играют роль ребра жесткости, то есть когда мы засыпем их землей, их не превратит в пузырь. Говорят, что в такие грядки хорошо кидать всякий хлам, допустим, простилать их картоном, тогда трава не будет лезть, кто-то еще ветки кидает, типа для перегноя, но мы только положили картон. В дальнейшем засыпаем туда кучу земли, разравниваем все это дело красиво и при этом оставляем место под торфяной субстрат. Такая пачка продается в любом гипере, ну, разных производителей, причем бывает еще и разный pH, там кислотный грунт и так далее. В нашем случае у нас обычный нейтральный для рассады, для цветов и так далее. На одну 4-метровую грядку, как у нас, мы высыпаем 2 пачки. Этого будет вполне достаточно, слой получается примерно в 5 сантиметров толщиной. Все это опять же красиво разравниваем и начинаем посадки. У нас как раз от строительства нашего домика для ребенка остались вот такие вот обрезки мебельных уголков. И ими удобно делать углубления и потом там сеять семена. Также нам потребуется наш электрический краскопульт, который мы недавно приобрели. И мы покрасим. Это будет быстро и просто. Вот такая получается красота. 4 аккуратненькие коробочки, метр на 4, с равным расстоянием между собой, чтобы легко проезжала газонокосилка. Красота. А еще в этом году нас на участке начали зверствовать кроты. Блин, изрыли весь участок вдоль и поперек. И отраву им сыпали, и топчемся уже вроде ходим и косим постоянно. И все равно лезут. Поэтому в этом году мы опять приобрели вот такие вот штуки на солнечных батареях. Я даже про них когда-то делал обзор, ссылка будет в описании. Вроде помогали на тот момент. Посмотрим, что будет сейчас.
Как видим, по грядкам все достаточно просто. Единственное, что много земли пришлось перетаскать, почти целый самосвал. А так, коробочки сбиваются быстро, красится все быстро и получается все красиво. А еще на лето мы с женой взяли себе два вот таких вот классных велика. Это алюминиевые велосипеды Kraken Barbossa. Уже покатались на них неоднократно и, в принципе, очень даже ничего. Про эти велосипеды я тоже как-нибудь сниму обзор. Думаю, вам будет интересно. И уже пошел даже первый урожай. Спустя пару дней вылезла редиска и вылез первый лук. Скоро будем топтать. Ну, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!